Международный автодром Бахрейна принял предсезонные тесты Формулы 2 и Формулы 3, в которых приняли участие пилоты программы SMP Racing Роберт Шварцман, Александр Смоллер и Сергей Сироткин. Александр Смоллер в 2020 году дебютирует в Формуле 3. На тестах он пилотировал автомобиль команды Art Grand Prix. Роберт Шварцман в текущем году продолжит выступать за итальянскую команду Prema Racing. За руль Формулы 2 россиянин сел второй раз после тестов, прошедших 3 месяца назад. Сергей Сироткин заменял основного пилота Art Grand Prix, чтобы помочь команде в работе над автомобилем Формулы 2, ведь в новом сезоне болиды перешли с 13 на 18-дюймовые колеса. Российские дилеры открыли прием заказов на паркетнике Mercedes-Benz GLA второго поколения. На нашем рынке доступны только 2 модификации. Обе с бензиновыми турбомоторами объемами 1,3 и 2 литра. Для обеих доступна версия Progressive. Но для более мощного варианта можно заказать исполнение Sport, которое отличается декором. У дилеров новые GLA появятся летом. Одновременно на российский рынок выходит и его более крупный собрат – Mercedes GLB. Оба кроссовера построены на одной платформе, но в отличие от строго 5-местного GLA, модель GLB можно заказать и 7-местной. Покупатели GLB смогут выбрать из 8 сочетаний силовых агрегатов и комплектаций. На выбор 2 бензиновых и 2 дизельных двигателя, а также 4 уровня оснащения. Прием заказов уже открыт, но ждать живых машин придется до лета.